Рано утром в сети появилась очень ужасная для всех нас и трагическая новость. Многие из вас являются большими фанатами и поклонниками российской певицы Нюши. Многие до сих пор следят упорно за развитием ее жизни. В данных новостях говорится о том, что сегодня с ним произошел несчастный случай. На съемках нового клипа она оступилась, и лестница, на которой она стояла, треснула. И Нюша упала с высоты около 2 метров. При падении она сильно поранила ногу. Сейчас Нюша находится в одной из городских больниц, где ей оказывают медицинскую помощь. Рана небольшая, но, как говорит врач, придется несколько дней поваляться дома. Мы продолжаем следить упорно за развитием этой трагедии. Будем надеяться, что с Нюшей все будет хорошо. Надеемся, что в скором времени мы возьмем у нее небольшое интервью, которое выложим на нашем канале. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями. Будьте всегда с нами. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.